Значит, дамы и господа, до последнего времени все считали, что тверк – это чисто женский танец, но до сегодняшнего дня. Мужская сборная на чемпионате по тверку. Ваши аплодисменты, команда Дейзи Дэнс! И встречайте их оппоненты, команда Харьковские тверковчане! Да начнется битва! I'm a scat man. I'm a scat man. Пацаны, еще хотелось бы сказать. Знаете, только женщина может заставить пацана поднять зад и наконец-то начать уже что-то делать. Директор департамента по делам тверка и тектоника Харьковской области Сергей Саронецкий. И любимый город, спасибо.